Велосипеды доступны нашим пользователям, которые скачали приложение, находят наши велосипеды на карте, подходят к велосипеду, сканируют QR-код, поездка началась. На данный момент у нас уже в городе 170 велосипедов, а уже в июле будет больше 1000 велосипедов в городе. Хотим создать единую сеть с разными маршрутами и понятную, как бы интерактивную, чтобы человек, который берет велосипед, всегда мог понимать, куда он едет, зачем, где он может остановить велосипед, где он может его оставить.